После завершения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, который прошел на федеральной территории по инициативе президента России с участием 20 тысяч молодых лидеров из различных сфер жизни, в регионах страны стартовали региональные программы и молодежные форумы «Действуют». Одним из таких форумов стало мероприятие, которое прошло вчера в Центре народной культуры аула Кашихабль. Вот это приветствие! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, наши гости! Мы рады приветствовать вас в этом зале, где сегодня проведем обзор поездки наших представителей на Всемирный фестиваль молодежи. Обзор самого яркого и масштабного молодежного события в мире, которое прошло по указу президента России. Это Всемирный фестиваль молодежи, который 1 марта открылся на федеральной территории Сириус под девизом «Начнем будущее вместе». Давайте все вместе дружно, ведь вы самая активная молодежь нашего района, прокричим этот девиз. Все вместе. Начнем будущее вместе. Начнем будущее вместе. Именно так начинался этот фестиваль. Этот фестиваль принял 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса. Программа Всемирного фестиваля молодежи строилась на ценностях, таких как единство, равноправие, справедливость, взаимопомощь, командная работа и, конечно, объединение. В приветственной речи к участникам форума вышли председатель районного движения «Движение первых» Дана Брандова и специалист отделения Шамиль Шапаров. Давайте начнем с того, как мы попали вообще на фестиваль, какой был отбор, как мы готовились и к чему мы готовились, вообще не знали ничего. То есть мы подавали заявки, как это было, нам сказали написать эссе, про себя видеовизитку сделать, выставить это все в социальных сетях. Некоторые прямо сразу отпали, потому что себя нужно выставить, видеовизитку нужно выставить в социальные сети. Некоторые были не готовы, а некоторые, которые мы прошли, и было очень интересно, но сказать, что то, что мы ожидали, то, что было, вообще не совпадает. Это было настолько прям масштабно, настолько нереально круто. Открытие, чего стоило только попасть на открытие, не все попадали туда. Из 20 тысяч человек, присутствующих участников, туда могли пройти только 6 тысяч человек. Если подумать, то это вообще очень огромное масштабное прям мероприятие было, открытие. Но потом нас расстроили, что те люди, которые попали на открытие, не смогут попасть на закрытие. А на закрытии должен был быть президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он был, мы попали. Из 150 человек с нашей делегацией, с Республики Адыгея, нам выдали 25 билетиков на закрытие. И с помощью генераторов чисел нас пронумеровали, там дали каждому номерочек. И я настолько вот верила в это, что я попаду на закрытие, мне выпал номерочек, я попала туда. Это невероятное событие, прям, это описать невозможно ни словами, ничем. Мы покажем вам некоторые отрывки с этого закрытия, со всего мероприятия, со всего фестиваля. И я желаю вот каждому, кто реально тут сидит и реально хочет туда попасть, прям я желаю вам удачи попасть туда, потому что там отбор очень такой серьезный, там отбирают по визиткам, по эссе, по твоему портфолио, то есть вы должны уже сейчас начинать к этому готовиться. То есть просто так студентам сесть и заполнять заявку у тебя не получится. Нужно со школы начинать, собирать портфолио, сертификаты, все эти призовые места, олимпиады, грамоты, диплом нужно собирать уже сейчас. У вас еще есть время к этому подготовиться. Поэтому некоторые, конечно, расстраивались, потому что у них не было вот этих всех наград, достижений, и они просто, к сожалению, попали туда, но очень хотели. Поэтому вот сейчас реально вот начинаете готовиться к этому. Не то, что это на фестиваль, а вообще это в жизни вам пригодится. Начинаете активничать. Я очень жалею, что в школе я не активничала, как в студенческие годы. Но я сейчас довольна, что я работаю с детьми, с молодежью, мне это очень нравится. Я вас всех люблю, целую и просто спасибо вам. Могу добавить, что со всей России там были площадки, которые, там отдельная зона была, зона D называлась, где площадки со всей страны,
куда можно было зайти, там культуру увидеть, пообщаться с разными людьми, с культурой ознакомиться. Очень было интересно. По всей территории Сириуса было 150 площадок, это немало, и там плюс к этому столько иностранных людей, еще волонтеры, которые там работают. Программа мероприятия была насыщена интересными викторинами, конкурсами и играми. Стоит отметить, что все ребята с большим интересом участвовали во всех конкурсах. Конечно, эту особую красавицу я не знаю, и зовут ее не Эмма. Как вас зовут, представьтесь? Меня зовут Эмма. Ваши аплодисменты! Как вас зовут? Меня зовут Самира. Самирочки, аплодисменты! Самира же, да? Класс! Просто блондинка и Самира как-то круто, да, девчонки? Друзья, ну-ка давайте поддержим друг друга. Ну не красавец ли? Активист, красавчик, вообще просто супер. Как зовут? Амир. Аплодисменты Амиру! Хоть бы запомнить. Эмма, Самира, Амир. Хорошо, букву С убрали, получается Амир. Дальше, как вас зовут? Меня зовут Данил. Данил? Можете еще что-то сказать? Он так... Меня зовут Данил и... Нет. Ну пошли дальше. Данил, дальше. Как вас зовут? Залина. Залина есть? Кто за Залину болеет? Ну прекрасно. Да ну где? Где больше шума? Шума, друзья, ну... У-у-у! Молодец, здорово. Как вас зовут? Лиана. Ух ты, какое красивое имя. Лиана, аплодисменты Лиане. Но с Евочкой вы уже знакомы, сверкающая девушка, могу вас пропустить. А это что за рыжая бестия рядом со мной стоит? Красотка еще одна, да? Как вас зовут? Дисана. Да, я не знаю, как вас зовут. Идите, Дисана, дальше. Красавица. Как вас зовут? Мадина. Мадиночки, аплодисменты. А теперь Дисане. Что это было? А ну-ка, больше огня. Огня такого же, как сама Дисана. Яркая, жгучая. Так, как вас зовут? Сати. Ух ты, какие тут имена. Вы что, специально на подбор, да, пришли все сюда? Сати, аплодисменты. И? Аида. Аида завершает эту вереницу прекрасных людей. Ну что, друзья, конкурс называется «Селфи». Сейчас я вам буду говорить, допустим, нужно сделать селфи с вот той лампой прожектора. Вам нужно будет это сделать. Это была просто шутка. Вы просто должны будете сделать селфи того, что я вам скажу. Быстро, четко, грамотно побежали в зал. Допустим, селфи нужно сделать со своими друзьями. Есть, Амир, красавчик! Вот это супер! Есть! Али, помогаем вам поковарнее придумать такое, да? Итак, надо сделать так. Договориться с кем-то из зала, чтобы вас сфотографировали на ваш телефон, но при этом вы с кем-то танцуете. Раз, два, три, поехали! Один фотографирует, другой с вами танцует, кто-то с вами танцует. Есть! Девочка, ваши аплодисменты. Ну и, конечно же, девчонкам. Ева, забыла. Лианочка, да, одно из самых красивых имен. Ну, зал, продолжайте. Больше вашего счастья. Это все вам, вы лучшие. Супер, идите на свои места. Ну что, Даниил, прошу, телефончик твой. И вот приз, который я, естественно, обещала. Бейсболка фестиваля. Действуй! Ваши аплодисменты! Первый приз уходит в копилочку какой школы? Номер 13. Номер 13! Вы лучшие! Аплодисменты вам! В мероприятии также приняли участие работники Центра народной культуры, которые порадовали участников форума замечательными номерами. Жалея ни о чем, я тебя не жду назад. Я серебряным песком замету дорожку в сад. Я бедняком воробьям подарю свой непокой, свою
руки твои сильные. Ты помоги слабому. Мысли твои верные. Ты научи глупого. Глаза твои, твоя душа добрая и чистая. Дари ее тому, кому больно одному. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Это красивое спасибо услышавшего тебя рядом. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. И за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. Дарите теплоту, доброту своего сердца своим родным, близким, окружающим. Всем вам желаю счастья, процветания. Действуйте и дерзайте, друзья! Я долечу до неба, я накричусь досыта, я расскажу все тайны дня до светла. Твои добро на всей земле, твои добро другим во благо. И за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. Твои добро на всей земле, твои добро другим во благо. И за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. И за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. На сцене вместе со мной выступали участники образцового театра юного зрителя «Комсит». Ваши аплодисменты. Встреча прошла в теплой обстановке, подарив его участникам радость общения, отличное настроение, заряд бодрости и оптимизма. Молодежный форум «Действуй» – это очень важное мероприятие, поскольку оно показало, что молодежь – это будущее нашего региона. Именно молодые и активные юноши и девушки способны сделать окружающую нас среду еще лучше.